Нет, это не кофе. И даже не сгущенное молоко. Это крот выбросил грунт для того, чтобы ему было легче ходить по своим территориям. Вас встречает прекрасная речка Латрица. Она сегодня не настолько водой наполнена, как бывает. Там вдалеке находится так называемый якорь. Якорь я сейчас не могу вам приблизить, потому что расстояние очень большое, могу пальцем показать. Но дело не в якоре. Дело в том, что вода – это то, на что можно смотреть вечно. На огонь, на воду и на соседа, который работает. Ну, а там еще спереди японская черешня цветет. Почему цветет? Потому что за этими деревьями у нас в городе Мукачеве проводят праздник, фестиваль вина. Если вы хотите понять, что такое праздник, приезжайте в город Мукачево, Западная Украина. Это прекрасное место, прекрасные люди, гостеприимные, очень интересная кухня. Ну, давайте вернемся к тому, с чего я начал. Начал я вот с этого. Ну, вы теперь понимаете меня? Новая обувь. Но это не считается.